Блин, а на чем? А, вот нашел. Ух. Когда мы тебе пройду эту игру? Просто согласись, Джамай, например, ставить полугол на один тот же Silent Hill, это не клево, а ставить на всю эту серию слишком такое. Что это? Короче, есть Гандамы, есть Камен Райдер и прочие-прочие фиговины. Короче, срань. О, кроссовер всякого разного японского. И последующие части не представляют собой двумерные платформеры. А это что-то странное. Что-то мап или как оно называется? Блин, я упал, ой, я ретард. Да, Слинг, все верно. Ты не ошибся. Стоп, я могу... Да. Мне интересно. Это, знаешь, игра из разряда «Убить время». Ну и к тому же, я любитель гандамов и прочее, и прочее. А мне никак неудобно, Джамай. Я без понятия, как лучше. По-моему, здесь будет жизнь. Да. Ну да, блин, они тут есть, да? Во. Кайф. Единственное, я так и не понял, чем отличаются персонажи, которых мы освобождаем. Потому что способности у них, ну, типа, новые не даются, насколько я понял. Что за синяя шкала? А, синяя шкала, я знаю, что она дает. Это спешл как раз. Его спешлом они и отличаются. Я не помню, какой клевый самый спешл. Там, по-моему, будет босс какой-то мерзотный. Против него надо именно определенно юзать, и будет все успешно, так сказать. А, все, вспомнил. Гандам наш все. Победил. А что здесь клевая музыка, кстати? Короче, пройдем это, так сказать, на после стриме всю линейку этих игр, а их тут 5. И потом будем играть в Streets of Rage на после стриме, а потом Final Fight, или как она там называется. Ёпта, сейчас шар полетит. Точнее, покатится за мной.
Кстати, оно о чем-то напоминает ту срань, где девочка и Тануки, ну, енот, собственно, стреляют там чем-то, их вид сверху там тоже. Единственное, там прыгать, по-моему, нельзя было. О, Кобра Мэн. Ну, офигеть теперь. Блин, какой я мазила. А ну пощади ты. Блин, я же выяснил, что прыгать не обязательно на этом боссе. Блин, ну ты... Чё ж ты так медленно свою атаку задерживал? Ужас какой-то. Вверх-вниз стреляет там, где рука, а не по центру. Да-да-да. Я понял тебя. Или нет? А главное персонажа то, что он стреляет только... Ну, не может в диагональ, да? Или нет? Или я что-то неправильно понял? Здесь на самом деле очень деревянное управление в плане перемещения. Здесь нет диагонали. Вот это меня больше всего раздражает в этой игре. Да, в диагональ не может быть плохо. Причем это, по-моему, это SNES ведь. Типа, почему люди не запарились, это очень даже непонятно. Мне кажется, да, уже игры были с диагональю. Сбоку спрайта. А, я понял себя. Я, кстати, на это не обращал внимания. Ну да, полная срань, не по центру. Согласен с тобой. Ну тут, кстати, Контра 3 была, но мне это мало что говорит. Есть другие персонажи, ну-ка. Во, вот это стреляет по центру. Этот как... Этот придурок. Ну, короче, есть один персонаж, который стреляет по центру, да. Но это все равно ничего не меняет. Там в уровнях сидим сверху, можно на 360 стрелять. Поехали. Блин, он, по-моему, силен. Ах ты, мерзотная тварь. Кстати, идея роллов, она плоха тем, что придется каждому объяснять, на что и как. Давай, Слинк, приятных тебе снов. Если что, завтра цикады вечером, после бокса будет презентация. По-моему, больше ничего и нету. Ну или после скваров, или
Кто там был? Не помню уже. Да ну, пощади. Хотя будешь ли завтра? Ну окей. Ну если что, я на YouTube выложу запись спустя сутки. Как говорит регламент Твича. Блин, как оно? Ну ты и мразь. Чё, доволен? Умер? Этот персонаж, он какой-то имба. Ну, кстати, следующий уровень, он супер мерзотный, потому что там прыжки какие-то непонятные надо вытворять. И с ними вечно проблема, я там вайпаюсь. Сливаю абсолютно все жизни и конты. Такая тупость. О, самый легкий босс, по-моему. Да. Быстро умер. Так. Мне, наверное, вниз. Или направо. Не, вниз. Блин, я на мину нарвался, да? Да. На ее самую. Черт. Еще и не долетел. Блин, ну зачем я прыгаю? Я же понимаю, что вот сейчас надо. Всё. Стоп. А не, он умер. Фух. Я подумал, что я его убил, потом случайно вышел. И анимация смерти полностью не прошла, поэтому он как бы не мертв. Но нет. Все хорошо оказалось. На деле. Эх, все бы платформы были такими. Цены бы этой игре не было. За часик пробежал и рад. Так, а что здесь за боссы? Да ну иди давай. А, я вспомнил. У меня голова будет, по-моему, летать. Блин, еще тупо то, что здесь не обрабатывается нажатие кнопки. Типа нельзя ходить и стрелять одновременно. Ика напрягает. Да ну пощади ты. Всем готово. Пам-пара-па-па. Ну все, половина игры. А нет. Или да. Это четвертый, по-моему, уровень. Ну да, пол игры пройден. Тут, по-моему, 7 эпизодов или около того. Вот он не злосчастный уровень с прыжками. Блин, я вообще не помню, как проходить первые прыжки. Правый вверх или... Или нет? Или вверх и... Чёрт. Да, почему ты перелетел? Блюдские прыжки.
Па-па-па-па-па. Так, по-моему, надо влево, затем вверх. Притала надо вновь. Нет, не цикады. Цикада на сегодня это того. У нас мерзопакостная игра с прыжками. Да ну ты... Даже вверх и вправо не обрабатывается. Почему ты не прыгнул? Почему? Мерзкий робот. Вот как я приземлился на эту срань? Как называется? SDG... SD Battle, SD Great Battle. SD Great Battle на SNES. Там целая серия игр. Опа. Только другие, они двумерные платформеры. Блин, наконец-то я дошел до сюда. Ой-ой-ой. Какой это мерзотный босс, кстати. Ладно, готово. Это, по сути, кроссовер всяких разных приблуд из японской культуры. Так, пожалуйста, пусть я пройду этот уровень, больше таких не будет. Мразь. Просто. Вот сейчас, да? Да ну почему? Если я тупо прыгну вперед, он не запрыгнет в нее, значит, надо брать... А, наверное, в левый вверх надо. Да? Да. А не вверх, лево. Лево-вверх. Окей. Ну, гейм овер. Па-па-па-па-па-па-па. И там сколько? Два конта, да? И мне надо начинать уровень сначала. Вот же веселье-то, а? Блин, там этого мерзотного босса будет тяжело убить. У меня спешла нету. А, отстой. В общем, лучше в это не играть. По своей воле. Имха. Отлично, с первого раза. Ну давай, второй сморг, стреляй, алё. Ну ты козёл. Блин, походу японцы слишком шизанутые на франшизах, потому что ну, сверх такая кривая игра не могла быть популярной. Вроде бы я бы такое, конечно, бы не стал. Так. А здесь вниз или налево вниз? Ладно, вот так налево. Да, угадал. Так, здесь вправо вверх. Оп. Отлично. И здесь, наверное, вправо-вверх. Да ну с каким таймингом я должен прыгать? Ты же...
слишком сложно. Жалко, что он не приклеивается, кстати, к платформам. Как это делают в текущих играх. Выглядит не так плохо. Так. Я готов? Да ну! Да там тень была на этом стеклышке. Я прыгнул нормально. Санина. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я, кажется, застрял. А нет, не застрял, слава богу. Все нормально. Так. Блин, там что-то можно взять, да? Там бонус, наверное, какой-нибудь. Ну-ка, иди-ка сюда. Тут развилка какая-то на этих платформах. А, привет, SD-герой, меня зовут... Рор, это типа Ярость, насколько я помню. Проделали долгий путь, я повышу ваше количество хп, а также особое оружие до максимального значения. Удачи вам. А, это, ну да, секреточка такая. А теперь странные платформы. Да-да! Ну, короче, еще любит на месте прыгать, это дико умораживает. Давай, я смогу. Ну и мразь же ты, а? Ладно, попробую налево целиться. Да ну почему? Должен же быть какой-нибудь прикол с этими прыжками, правильно? Не, по-моему, они одинаково прыгают. Разбегу? Здесь нет разбега, я тебя уверяю. Ну-ка, давай-ка погуглим гайды. Так уж и быть. SD Great Battle SNES. Ну, есть лонгплей по этой игре, неужели? Ну-ка, мануал, наверное, будет тупо вбивать, так что, ну-ка, go game fuck, глянь. Ну, у меня не такие плохие оценки. На самом деле, на геймпаке, но на геймпаке стоят их Авасяна обычно. О, я нашел, кстати, место, где мы сейчас находимся, вроде бы. Да, я уже половину игры прошел. Нифига себе. Стоп! Стоп! Здесь есть персонаж, который может прыгать по диагонали? Да? Ну, это все облегчает. Привет, Doom Hammer Time. Не, ну мы не спидранеры, это чего? Мы... Почему у чувака есть диагональ, а у меня нету? Неужели ее надо настраивать отдельно? Ну да, здесь есть диагональ. Ну-ка, секунду. А-а-а.
Тут есть галочка в эмуляторе, чтобы в настройках учитывалась диагональ, которая не учитывается. Блин, по-моему, стало еще хуже, нет? Да. Очень странно, очень странно. Но у меня диагонали нету, я не знаю почему. Но чувак на ролике прыгает по диагонали. А без диагонали я сомневаюсь, что это проходимо. А нет, стоп, я дурак. Так, down right, down left. Down right, down left. Но. Ну блин, если есть анимация. Блин, неужели во всех играх, которые я играл на SNES до этого, был прыжок по диагонали? Мне что-то прям не верится. Блин, ну это много упрощает. Сказал я и тут же упал. Да ну ты мразь! А кто-нибудь мне пояснит, почему в эмуляторе изначально нету, ну, не открыт доступ к диагонали? Мол, в чем прикол? Да ну дайте мне стрельнуть, пожалуйста. Да ну куда ты наверх? Я же вниз нажал. Ладно, я отдал коньки. У меня остался один конт. Ну, вообще, изи спидранин тогда. Прыжками по диагонали. Блин, тогда все... все эти 2 часа, которые я здесь провел, они были излишни. Смотрите, как все просто. О? О? Блин, теперь эта игра преобразилась. Я заиграла новыми цветами. Ну ты и мразь. Будешь сегодня прыгать? А ну пощади. О, готов. А интересно, можно ли сбежать поле боя, так скажем, ну, сразу на платформы, не убивая их. Ну да, кстати, теперь стало проще прыгать, как вы могли заметить. Ей. А я извращался. А смысл? Ну ладно, жизнь так жизнь. Так, мне надо для боссов спешл взять. На самом деле. Только мне все равно кажется, я игру не пройду. Я солью здесь где-то конт. Кажется, нам будет еще один трайчик.
Блин, мерцопакостный кристалл, да? Я по нему стрелять, по-моему, не могу. Он типа станет. И надо просто вовремя прыгать. Да ну прекрати. Да, прекрати. Хватит. Так, а тут что? А, я хипарица. Все вселенные я захвачу. Вот я иду. Эй, прекрати. Так. Блин, Гандамов, видимо, только надо на боссе использовать. За счет его ульты, так сказать. А за при обычном прохождении использовать Ультрамена или как его там? Чтобы он стрелял по центру. Да ну. Да я нажал на кнопку прыжка, что ж ты не это самое, не работаешь нормально. Ой, ну и мразь же ты. Так, а это, видимо, конец уровня, да? Я кристальный дракон, вы глупцы запечатаны, ограничены своей судьбой, когда бросаете вызов мне. Поэтому вы умрете. Или около того. Ого. И сколько в него надо всадить? Ну, короче, Easy Special не убивается. Я выглядит он сильновато. Да ну. Так вот по этой форме Special тяжело попасть. Но можно. Ну попади ты. Готово. Так, нулевая жизнь, нулевой конт. И я прошел за полученный уровень. И у нас новый персонаж. Спасибо тебе. Однако рыцарь Гандам пошел в одиночку на планету врага. Мы должны поспешить. Блин, интересно, люди, которые ее спидранят. Они баги тут находят. Рыцарь Гандам отправился в одиночку на планету врага. Пятеро героев отправились за ним, чтобы ему помочь. Хорошо. О, не, надо мерзотного персонажа приключить. О, это новый, да? Возможно, у него лазер-ключ. Блин, тут все равно тоже мерзотные прыжки есть. Не... А, ну я еще могу по лаве, кстати, ходить внезапно. И, видимо, я получаю урон, когда это делаю. Так. Лорда Костяной Боец умер. Это все из-за тебя. Гори Кавату. Твоя жизнь, она стоит ничто. Душ-убийца, покажите свои лица. Я отомщу за... Твоего господина. Блин, он горит, что ли? Не могу работать с тем, кто... Чего? Знаешь что, я присоединюсь к тебе только в таком случае. Надо с этим разобраться. А, ну короче, он это струсил, потому что мы его напарника убили, и он решил к нам присоединиться, насколько я понял. Вот. Блин, ну куда я иду? Что это за лабиринт такой? Его была развилка влево или вправо идти? Ой-ой. Он от меня теперь тоже сбежал. Помощник.
зачем ты пощадил вот этого чувака, которого с нами побегал? В итоге он с нами поквитается. До нового года. Все, я погиб. Давайте еще. Один заходчик. Заход. И спать. Наверное, после лава нас это... Помните, ледяной мир отправят. Наверное. Не исключаю такую вероятность. Да в смысле? Это уже совсем край, по-моему. Ну ладно, там хилка будет. Так что все нормально. Ну что-то я сейчас как-то глупо очень свалился. Так, его можно подобрать, насколько я помню. Да. Жалко, что они на время только даются. А не на все время. Это было бы очень неоценимо, скажем так. А так он вот сейчас возьмет и прям бац, и исчезнет. И он причем на время дается, а не на количество использований. Во, я даже до босса не успел дойти, как он сдулся. Чертов помощник. Ой-ей. Вон, здесь хп должно быть. Да. Жалко, что здесь конты не фармятся, скажем так. А то можно было бы истреблять врагов. Но смысла я в этом не вижу. Хотя вроде есть счет на очки, возможно, все-таки. Здесь очки накинут. Коль наберешь какое-то количество. Ну, нормально, давай, веди себя. Как же долго эта платформа едет? Блин, надо было гандамы взять, а не этим убивать. Ну вот эти, ага, все, переключился. Нормас. Все, готово. А, переключаемся с анимацией уничтожения босса. Потом нет никакого смысла, все-таки. Блин, я почему-то тут вечно прыгаю врагам на голову, словно это какой-то Марио. Они есть так. Ну пощади, пощади. Блин, ладно, давай-ка я их попробую убить. Фармлю, так сказать, очки. Там, где это можно. А вот это победный трай.
А почему сейчас только один выстрел попал в него? Будьте так пояснить, нелюбезно. Готово. Мерзотный босс. Так, сейчас, по-моему, будет лабиринт и бомбы. Бомбы тоже, кстати. Вот бомбы легкие. Там даже прыгать не надо, просто влево-вправо ходить. Не доджиться. Кстати, что завтра кто ждет на конференции Microsoft? Если вообще чего-то ждет. Они же, по-моему, отказались от такого понятия, как экзы. Типа все, что есть на боксе, то есть на компе. На 10-й винде. Разве нет? Или это не так работает? Блин, жаль, что у босса нету полосочки. Было бы удобно. Ждешь день, когда Sony? Я, наверное, жду скорее Nintendo, и у меня такое чувство. Очень плохое предчувствие. Это все будет очень плохо, потому что слишком как-то все тихо. Ни слуха, ни духу. А у Sony там пока что же все, что уже известно до этого было, и т.д. и т.п. Тот же геймплей Last of Us, мне он не особо интересен. Что у них там еще есть? Death Stranding. Плевал я на него. Геймплей Spider-Man уже видели. States of Decay 2, по-моему. У них, ну, они уже показывали геймплей, если игра уже не вышла. Я с чем-то путаю. Сказать, что там еще можно интересно посмотреть. Kingdom of Hearts уже 100 раз уже показывали. Lara Croft, Shadow of чего-то там, тоже неинтересно. Дата релиза была 100 раз. Ни горячо, ни холодно. Ну да, скорее всего, дата релиза объявится. Но типа ради одной цифры смотреть конференцию как-то. Ну точнее, ее ждать. Не знаю. Ну да. Еще есть тизер, это Die, Shadow Die Twice или как-то так. Вот это интересно. Ну да. Все-таки есть что-то у Sony интересненькое, скажем так. Я погорячился малость. Xbox, наверное, опять Forza покажет, и это анонсирует новую модель автомобиля, как они сделали это на прошлой выставке E3.
Вероятно. Либо еще какого-нибудь на понт возьмут. Что-то и сделают. Блин, я же вот эту фиговину запустил. Ладно, и так пойдет. Ну да, здесь можно изи пройти. Игру фронтов прям в самый раз. Главное жизни пытаться стараться не слить. Ой-ой-ой, почему ты не умер? Нет. Я все-таки получил урон. В прошлый раз он, по-моему, как-то побыстрее умер, разве нет? О, я еще и на мин нарвался. Расчет. И вот она, минус жизнь. Как все плохо-то. В смысле он меня столкнул? Ты не оборзел ли часом? Блин, у меня еще пушка как-то непонятно стоит. Он в меня попадает, а я в него нет. Хотя оба стреляем по диагонали. Что-то этот уровень как-то в этот раз плохо идет. В прошлый раз было куда лучше. Но он сейчас заспамим босса. И колюхами все будет нормально, я думаю. Блин, нет, они за мной гонятся. Да ну... Лезь ты в дыру свою сраную. Мерзопакостный робот. Все, отлично. Жизнь не потерял. Нормас. Так, за 100 тысяч очков жизнь не дают, кстати. Так, вот он злополучный уровень, но в этот раз я его изи пройду. Ну или не изи, но... Блин, а у меня нулевая жизнь, да? Ну, за одну жизнь, мне кажется, это сложновато пройти. Если, по крайней мере, боссы в этот раз будут доджиться. И атаки врагов, а не как сейчас. Господи, я все словил лицом. Опа. Блин, очень мерзотный враг. Балдежный трекер смени... В смысле, когда меняется уровень, или же на уровнях, или что вообще? Я не особо понял мысль. Да как ты? Ты же исчезал! Гомерская срань. Так, ладно, сейчас хп восстановлю. Блин, насколько я помню, каждый персонаж свой трек, нет? Внезапно об этом задумался. Там еще вроде планет. А, ты об этом.
Ну-ка, теперь робота. Ну да, тут у каждого героя своя мелодия. Блин, это прикольно. Блин, единственное, меня бесит то, что у меня дропы опять участились. Опа. Ха-ха-ха-ха-ха, я к боссу бежал. Блин, это легко дожить, если бы не было деревянного управления, прям от слова совсем. Да ну ты... Блин, если я сейчас солю, будет очень плохо. А я уже слил, да? Нет. Для моей жизни не вытащу уровень. Это я не помню, когда вас... Ну, да, есть такое. Он не прыгает, когда надо. Это так раздражает. Господи. На планшете не так заметно. Увы. Они причем... Вроде бы все нормально, но... Наплывом идут. Причем забавно, что на ноте та же фигня, если даже через провод стримить. Да и такое. Ладно, не суть. Не будем звать эту тему. Старое больное, как я не знаю что... Да я прыгнул, ты! Костёк. Давай, стреляй! Обстрелялись они. Я же прыгнул. Крутишь, что ли? Ура. Болтусов победил. Так, а почему эта платформа, она то появляется, то исчезает? Точнее, появляется как-то очень странно. По-моему, ее там и не должно было быть. Некоторые вопросы надоумевает. Может, эта платформа открывается после того, как я босса того убиваю? Двух ребят. Бравых молодцев. Да ну... Он просто встанет... Эсти в пропасть, молодец! А теперь подстан. Ну клёво. Какое клёвое место, просто минус пол столба. Ведь можно было бы и без этого обойтись. Надо было спешл не жалеть в прошлый раз, когда я тут дрался. Я попытался это победить его с помощью пиу-пиу-пиу. Видимо, это оказалась очень плохая тактика. Так, здесь по правому краю надо...
Ты мерзота. Так, тут надо прыгать, когда он кает вот эту вот фиговину. А, пока выстрел летит, я не могу прыгать. Он-то клёво. Или около того. Так, ладно, смогу ли я победить с одним хп босса? Не потерять жизни. Блин, это мерзотный дракон, я вспомнил. Ну вот. Блин, двойной нашатие, короче, здесь очень плохо работает, ей-богу. Когда я хочу стрелять и прыгать, и около того. Ну и где эта мерзотная тварь? Па-пам! Сейчас будем за этого болтуса бегать, потому что он вроде клевый. По крайней мере, какое-то пламя. Хотя не, наверное, надо за Гандама проходить. Не за этого демона. Ну и демона просто потому, что у него рога на голове. Тут должен быть где-то рыцарь Гандам, типа самый клевый персонаж. Возможно. Так. Либо за урон. Как же я? Хотел сказать, как мастер прыгаю, но нет. Но нет. Так, а что он за паутину ставит? Он типа выстрел отражает или что? Хм, очень странный босс был. Так, предлагаю здесь пойти по левому пути. А пусть он более клевый. А, это более короткий путь, видимо, к этой фиговине, да? А, так, враги, с которыми вы сталкиваетесь, они становятся еще сильнее. Вам не победить, удачи, все дела. А, он хп установил. Хорошо. Угу, все, левый путь надо выбирать, я понял. Развилка оказалась не такой уж и развилкой. Она просто припасы нам пополнила. Нормас, так нормас. Так, а где я слил вторую жизнь, кстати? На предыдущем уровне или на этом? Не, на предыдущем, видимо. Блин, а на ком? Врагов тогда, ну пощадите! Пустите. Так, я пчела-девушка. Я такая же хороша, как и любой другой мужик. Хорошо. Блин, она меня сейчас заломит. А нет. Блин, она, по-моему, умерла быстрее, чем какой-либо босс. Так, а что здесь, платформа, что ли, появляется? Да. Нет, 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 только не мерзотный платформинг. Спасибо, что я не умер. И не расплавился. Блин, не хочу терять жизнь тут, кстати.
Не пролагин. Ладно. Я выжил в этом всем фризе. Меня зовут Аполло Гейст. Время игры окончено. Приготовься умереть. А он серьезно малый. Блин, не хочу терять жизнь. Вернись. О. И все, конец уровня. А где рыцарь Гандам? А, мы наконец-то нашли их базу. Кто знает, что они там приготовили для нас. Надеюсь, рыцарь Гандам все еще в порядке. Так, а кто? Дом Хаммер Тайм, ты же тут? Как тут все уровни? Так, они искали всюду повсюду. Однако рыцаря Гандама нигде их не было, и они продолжают свои поиски. Несмотря ни на что. Сколько здесь эпизодов? MS Lab. Здесь должны быть Заку-Заку. О! Теперь мы ничего не видим. Надеюсь, прыжки тут не будут в темноту. А это самое ужасное, что можно придумать. О, это походу лабиринт. Я рыцарь Хаяка Шики. Угу, понял, спасибо. Похоже, рыцарь Гандам был захвачен. Вообще, ничего не могу не помочь, однако я тебе дам особый предмет, который прибавит тебе спешлов. Окей. 16. 7. 6. 15. Я надо, наверное, цифркой 1 что-нибудь найти, да? Так, 4. Или каждую дверь проверять. Тоже можно на самом-то деле. Пять. Ладно, пойдем в 4. А, ось это... Хотя нет, подожди, тут можно... О, можно вниз. Опа, 2. 2 это 10. Ладно, пойдем один искать. О, нашел один. 1 это 9. Бильберда какая-то. Или мне надо найти без цифры двери. А, я понял. Как-то. Так, вот он один. Ладно. Это, по-моему, начало игры, нет? Ой, не игры, а уровня. Да, это, по-моему, начинал. Так. Наверное, верхний правый угол мне надо. Я подозреваю. Так, 16, 19. Ну-ка, 19 я, по-моему, не лез. О, 19. Так, вы должны быть последний продукт. Меня зовут Биг Зэм. Посмотрим, насколько хороши новые модели. Ой, о, он, кстати, простой, его можно так убить. А нет, нифига не простой. Вот фигню запульнул. Наверное, тут надо всех порешать. Затем откроется проход. Так, 20. 21. Так. Похоже, вы нашли далеко, и в качестве награды я психогандом выкину вас отсюда. Вынесу. Матерь Божья. Да еб...
Я же прыгнул. Да ну переключайся ты. Идиотское управление. Почему он один раз тогда мажет? Все-таки Гандам лучший тут. А не, пила против него норм. Ладно, я запомню. На самом деле нет. Так, 20. 14. Не, полная шляпа. Так, 7. Тоже шляпа какая-то. 4 шляпа. Очень непонятный уровень. И у меня нулевая жизнь. Потом еще один конт останется. Надо бы его пройти этот уровень. Все был норм. И вот бы было бы подсказка от босса, кстати. Куда, чего и зачем. Но я тупо нету. Одного конта на 2 уровня, я думаю, хватит. Ну, либо на 1. Если я жизнь сейчас не солью. В этом все. Блин, ну 5 я... О, 5. The boss of the development growing room. Так, вот тебе должно победить его, прежде чем закончится все. Я восстановлю твой хп, поспешим. Привет, Зексус. Да, сейчас бы здравый смысл искать. И Думхаммер Тайм с 30 уровнем. А он не сказал, в каком номере живет это чудище? Про мне надо уничтожить, прежде чем топать куда-то там. Блин, 6 я уже, по-моему, проверял. 8. Так, ну наверху я босса уже калашматил. Там был психо Гандам, насколько я помню. Или это какая... Да, здесь 21. Блин, я спешл заюзал. Какой плохой я. Да, эта штука не уничтожается. Окей. 20 было. Еще один. И там будет что-то. Все так любят? Много-много фаз, что ли? Да, об этом? Да ну пощади ты. Блин, я этот уровень уже не хочу проходить. Потому что я не понимаю, куда, чего и зачем. О, 22, по-моему, я не находил. Да. Так, я голоден, что время поесть? О, ну-ка подходи, ты выглядишь вкусно. Время разобраться с тобой. Ой, я промазал, да. О, вот это простой босс, кстати. Можно было бы без спешлов пойтись. Так, 22. Значит, надо искать теперь 23, что ли?
Предлагаю найти с цифркой это. Где я там пополнялся. Не помню, где это только было. Где-то наверху. О, 18. Ага, слишком поздно, неудачники. Я, короче, разобрался с рыцарем Гандам, и теперь он используется в качестве моих частей тела. Если убьете меня, тогда рыцарь Гандам умрет со мной. А что будешь делать? Эй, ребята, вы меня слышите? Это я, рыцарь Гандам. Не беспокойтесь обо мне, вы должны победить Дебадабидай. О, как-то мило. Там говорит, на самом деле у меня есть хорошая идея. После того, как я уничтожу вас, я также использую вас в качестве частей, ну, для своего тела. И тогда вы будете навечно вместе внутри меня. Как вам такая идея, не мило ли? Что, напуганный? Не переживайте. Это будет вовсе не больно. Ха-ха-ха-ха-ха. Блин, ну ты... Ну ты сморг. Привет, Абитор. О, у меня жизнь! Ее за 200 тысяч дают. Ничего себе. Прости нас, рыцарь Гандам, пожалуйста, присмотри за нами. Мы это все. Одолел Конга? О, мои поздравления. В общем, я очень сильно вашей смелости... Прям, ух. Я обещаю то, что... Ваш мир и дружба нас сохранены всегда. Я использую свою энергию, чтобы воскресить рыцаря Гандама. Погоди-ка, если ты это сделаешь, значит, я пожертвую своей жизнью. Давайте же, герои, вперед. Используйте мою жертву для того, чтобы победить врага. Спасибо вам, друзья, и спасибо тебе, Рор. Я никогда не забуду твою жертву. Что ж, раз мы теперь вместе, значит, мы должны уничтожить темного мозга. Пойдем же. Шесть храбрых воинов уничтожили лабораторию, и затем они пошли навалять другому врагу. Точнее, пошли за главным боссом. Кровавая битва, шесть героев против темного мозга. О, другая музыка. Матерь Божья. Что мне делать на этом уровне? А, надо уничтожать мозги, чтобы было все видно. Все, я понял. Будет принято. Интересно, насколько он длинный? Наверное, не особо. Как обычно. Так, я переродился, чтобы возмездие получить. Блин, босс раш, серьезно? Я очень хочу босс раша. А ну давай, снимай свой щит. Надеюсь, рыцарь Гандам поможет мне преодолеть. Это вот об этом говорил Думхаммер Тайм? Теми нелюбимые босс-раши пойдут. Ну-ка, а что делать спешл? Он всего лишь взмахнул мечом, серьезно. Ну и пасос. Или я что-то не доглядел? Ой, этот рыцарь Гандам идет пусть в топку. Все, победил его. В смысле? Чего? Что ты делаешь? Класс, я не могу ни пробежать, ни атаковать этого мозга. Ладно. Ой, ну и в жопу идите. Да ну ты мразь, господи. Что за место омерзительное? Так, нулевая жизнь. Сейчас еще будет босс, да? Меня зовут Апол. А, нет, слушай, не все боссы тут участвуют в рефайтах.
Слава богу. Так у меня все равно нулевая жизнь, я сомневаюсь, что следующего босса одолею. Нет, пощади. Я не хочу начинать сначала игру. Пожалуйста, иди. Все, конец уровня, пожалуйста. Посмотрите мне хп. Нет. Нет, 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 нет. Надо было прыгнуть. Тут по-любому хил должен быть. Что это за игра? Это на SNES про гандамов. И про других японских маскотов, грубо говоря. Блин, по-любому до хилки не добежал. Чёрт. Сейчас придется всех, всех боссов без спешла убивать. То есть ужасно. В общем, опять эти японские игры, грубо говоря. Ну ты... Так и не понял, как торчит. Ну, по-моему, сам убирается. Но как же долго надо ждать, чтобы он снялся? Не. Ладно, это не самый сложный босс. Следующий будет посерьезнее. Особенно без спешелов. Йор, побери. Так, пол столба, да, я лишился. Так, здесь надо тайминг словить. Раз, два. Или можешь попробовать перепрыгнуть, ну-ка. Блин, я... Ладно. Нет, 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 нет. Духота началась, согласен. А ведь было так хорошо, да? Блин, я убью тебя без получения урона. О, смотрите, у нас тут хейтер визуальных новелл. Блин, я все-таки жизнь слил. Да мне разотная ты срань, ты будешь меня слушать? Блин, меня заколебал этот персонаж. Блин, я даже жизнь на них слил. Вот я молодец, а. Вот видишь, обитор.
Люди успевают аж вздремнуть. Ну все, я, короче, сел. Я уже не пройду. Да ты мразь, ну... Ты будешь прыгать? Господи, как она запарила. Да, наверное, завтра будет устой. Какое мерзотное управление, я не могу. Да ну прыгай ты, мразота. Класс. Вот это без спешлопсом драться, конечно. Тем геймовер. Сраное управление. Сраное меха. Сраный уровень, где надо было бегать по лабиринту. Я его прошел за один конт, но все-таки. Как все плохо. Ненавижу эту игру. Хочешь что-нибудь хардкорное? Какая себе хардкорность, когда она строится на заучивание имха? Не, Bloodborne вся сложность заключается в таймингах. Но блин, камон, в RPG есть сложность, где надо головой своей подумать, а не на реакции сыграть. Согласись, это куда сложнее головой думать, нежели кнопки нажимать. Не, в Bloodborne, конечно, есть моменты а-ля понять, в какой момент дожить, но... В большинстве случаев там эти все даже понятненькие. Непризнанный гений с медленной реакцией. Не было бы хардкорни. Не играл, не знаю, без понятия. Не люблю игры на реакцию, сам не играю. Возможно, когда-нибудь сыграю в этот соус и прочее. Если представится случай, тогда я посмотрю, насколько я плох. Так где платформа? Где платформа? Меня тут мамонты загрызть хотят. Сволочь. Блин, непризнанный гений с медленной реакцией. Это надо было так себя было окрести. А я кто тогда? Гений же РПГ, что ли? Непризнанный. Ничего себе титул. Так, давай, первый уровень готов. Давай. По фастенько пройдем. Морг с реакцией мангуст, конечно. Ну, вот это оскорбление. Блин, поиграй в Romancing Saga 2. Ты сгоришь с нее, я тебе обещаю. И не пройдешь. Если и пройдешь, но сгоришь тогда. Это где рандом-рандом погоняет. Ты ее, по-моему, видел, она была 31-го... числа в месяц, который идет перед январем. Сентябрь, октябрь, ноябрь. 31-го... Не, стоп. Сентябрь, октябрь, ноябрь.
Блин, потом какие-то еще месяц какой-то идет перед январем. Февраль, по-моему, да? Нет, 123 февраля. Нет, она идет перед мартом. Что я совсем это... засмарковал. Что перед январем идет месяц какой? Кто подскажет, кто будет умницей? Декабрь. Точно. Я помнил, но забыл об этом. Короче, 31 декабря прошел Романтик Сагу. Не хочешь играть, Абитор? Ну ты чего, РПГ, они ж казуальные. Пройдешь за часика 30. Без фарма, без гринда. Нормас. Кстати, она реально проходится без гринда и без фарма. Просто надо знать, какого монстра, каким умением бить и с каким оружием, для того, чтобы выучить спелл более мощный. Я только под конец игры эту просек фишку. А ты по моим стопам ее пройдешь, короче. Пользуюсь Википедией, где около 500 скиллов всяких разных. Ой. Он готов, легчайший босс. Блин, первые два уровня я изи прохожу. Потом возникают трудности на уровне гундамами. Я там жизнь сливаю. А мог бы я не тратить. Пойду-ка я это по... в следующий раз по нижнему левому пути, а не по правому. Хотя там минов, мин очень много, но все-таки. А вот там будет поприкольнее. Так, этого я завалил, пойдем дальше. Блин, вот это мерзотная срань, просто мерзотная. Весело тебе? Вот обо что взорвалось. Не об боссы же. Яла надо с 14 уровнем себя. Все, понял. Лабак. Ненавижу тебя. Абитур, Абитур, а ты смотрел сногсшибательную конференцию ЕА, которая сегодня удивила многих? Я думал, дно пробито, но нет. Сегодня с него постучали. Так. Вот да, да. Блин, не надо получать урон. Не надо. Не надо получать урон. Я получил урон. Блин, я спешл потратил лишний. Ну ладно, зато без потери долел этого босса. Обычно я здесь получаю где-то один урон. А то и больше. Так. Вот здесь вниз я хотел попробовать, да? Смотреть, во что это выльется. Ой, по-моему, я зря выбрал этот путь, потому что здесь... жесть как стреляет. Хочу хп, пожалуйста, развилка! А, он помощник. Да, его надо собрать, он... Блин, ну он на время... Короче, полный отстой. Нам было сразу направо идти, я считаю. Ну вот он сейчас исчезнет, пока эту платформу мерзотную ждал. Камон. О, он пропал, короче.
полезное существо, за которым я пошел. И босса я вроде бы не скипнул, да? Или скипнул? Черт, куда я иду? А, по-моему, босса, кстати. Или нет? Ну и срань. Да, я пошел по длинному маршруту, скипнул босс, наверное. Или нет? Да, я красного Заку скипнул. Которую я могу изи развалить. Так, походу я теряю жизнь, кстати. Хотя не, могу босса спешлами забить. Главное до него дойти, не получив урона. А это, конечно же, невозможно, потому что я прыгаю на голову всем. Па-п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 а
Мразь. Блин, это было близко. Да, кстати, профессиональный киберсмир по новой. Хорошая шутка. Ты же видел, какое там напряжение в игре? Ух. Я думаю, ты к успеху придешь. Игра завоюет сердца многих, и киберспорт выйдет на новый уровень. По мне, так это, даже мобы, которые на телефонах, это сверхизвращенство. Потому что там специально покупают с большим экраном все дела. Даже турниры проводятся на большом экране, ну ты чего? Да у меня... Да ну ты... Волочь. Не хватало здесь еще жизнь слить. Это будет очень печально, крайне печально. Только в пошаговые игры, а либо в головоломке. Даже в тот же японский красовороды тяжеловато играть на самом деле. Ну это где это? Рисунок ты пытаешься закрасить все дела. Хотя их, блин, пруд-пруди на этих мобилках. А, про мультиплеер? Ну, да. Согласен. Па-па-па-пам! Па-па-пам! Я одолею зло. Я пробовал героев Ломбарша, но там интерфейс слишком мелкий. Я думаю, если каких-нибудь других героев изобрести... Кстати, вот если бы я его, этого Рора не посещал, он бы все равно спас рыцаря Гандама или все-таки нет? Интересно. Хотя там, блин, все равно эти клетки... Ну, ты понял. Клетки боя. Они капец мелкие. Как бы там не перемаячил, этого не исправить же. Так что да, Гандамы неудобно на мобилках, но ты застрял. Почему не могу этот камень уничтожить? Меня так бесит, я даже не могу прыгнуть просто потому, что игра не хочет этого. Ну так я слил жизнь тут, я понял. Омерзительный уровень. Именно поиграть хотел. Смотреть на то самое знаменитое кинцо. Heavy Rain, конечно же, играть я не буду. А вот Dead Red, как типа самое-самое новое, представитель этого жанра, я бы сыграл. Так я думаю, игру бы необоснованно бы засрал, я думаю. Ну потому что, просто потому что. О, обрезали Боба. Да-да-да, я помню, что надо прыгать вовремя. Блин, ну и пофиг, так, уничтожу. Так, здесь будет... Ой, кристальный дракон, не. Ну это еще одна минус жизнь. Этот уровень, он просто мерзотный. Да нельзя.
почему ты не срабатываешь, господи? В чем смысл... Спасибо, Беатор, я слился. В чем смысл этой игры? Ну... Нет, это не аркада. Просто ты играешь за героев знаменитых японских, скажем так. И они пытаются спасти друг друга и остановить зло. Типа кроссовер, все дела. Да не, дело не в анимации, просто... Типа Heavy Rain считаю хорошим в плане сторителлинга. А блин... Там очень очевидно убийца вот этот оригами. Потом куча много ненужного мусора, в итоге ты засыпаешь, потому что нет интриги. Абсолютной. То есть игра выдыхается после момента, когда подруга главного героя, она оказывается у маньяка, который ее пытается уничтожить пилой. Дальше игра катится под хвост, как по мне. Вот это ненужное детство убийцы оригами. Там еще было. Блин, на следующем уровне я солью конт, короче. Я с тапками ссанами моляюсь. Ну ты умрешь-то или нет? Или мне тут конт слить? Наконец-то, господи. Блин, с сейф-стейтами это изи пройти. Хотя, наверное, любую игру легко пройти с сейф-стейтами. Ну да ладно. Так, остался этот уровень. Тут я сливаю жизнь на следующий уровень. Там один конт трачу. Я полагаю. Короче, надо этот уровень пройти без смертей. Так, и на 200 будет жизнь, да? Надо эту жизнь как-то получить. На самом деле, было бы хорошо. Блин, у меня нос зачесался. Ладно, нормально все. О, странный, непонятный босс. Муха-цикатуха. Так. Блин, все-таки попало, а? Гаденыш. Ну ладно. Урон у меня, кстати, это, маленький. Да ну пощади. Так, здесь будет секреточка. Если мне не изменяет память. И мне здесь пополнилось хп и... Да, опять это наша старая подруга. Ей. Спайдермен, да, именно он. Либо Человек-муха из фильма ужасов. Так. Вот здесь у меня были трудности с заходом, кстати. Боссу. Это надо врагов почистить малость. Наверное. Не, нормас, нормас. Так. Ой, она сложная. Так, ладно, победил. Так, вот здесь очень долго идти, кстати. Еще здесь платформа, которая исчезает под тобой. Надо избавиться от врагов. А то начнет все тормозить, будет очень сверхнеудобно проходить. Блин, хотя я тут и жизни потеряю. Много. А не, у меня, кстати, осталось 5 очков, у меня будет жизнь. Так-то.
Да я прыгнул. Ну что ты не слушаешься? Пощада, игра. Блин, я хочу дойти с первой жизнью до следующего уровня. Ну ты мразь. Так, там босс будет. Жим. А, он, кстати, неприятный. Очень. Так, стоп. Мне нужен... Нет, не ты. Вот, вот этот персонаж. У него диск, который вроде ему побольше урона вносит. Да ну... Да, его надо лезвием уничтожать, все, окей. И тут еще будет на следующем уровне мерзотный босс, которого тоже надо уничтожать лезвием. Так, а нас... Я правильно понял, что здесь можно бесконечно ходить регени хп после боссов в самой верхней левой точке? Или нет? Пойдем в самую верхнюю точку эту. Блин, не, не сюда. Черт, я забыл, где находится. Самая дама. Которая хп подлечит, и т.д. и т.п. Такие услуги предоставит. Разного рода. Или она по мере прохождения находится? Хм. Ладно, видимо, опять придется. Стоп, 16. Какой-то из этих комнат был хороший парень. А в начале, так сказать. У этого действия. Так, здесь босс, да? Да, причем простой, насколько я помню. Которым можно не тратить спешла. Все бы боссы были такими. Ну бы игре не было. Тупо фан-сервис, ничего лишнего. Лично. Блин, только я в другом порядке их убивал. Ай, так, там сверху мерзотный босс будет, по-моему. Так, а тут что? Тоже босс, да? Да. И надо срочно найти срань, что хп восстанавливает. Я не проживу тут просто. Нет! Только не он. Я сразу к боссу пришел. Нет, он меня заомнил. Нет, игра. Я не хочу умирать, пожалуйста. Блин, он то... О, господи. Я, кажется, слил. Умри, 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 умри. Умри, 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 пожалуйста. Только в тебя еще надо садить. Собака. Я убил. Убил. Нет. Ну какой? Ну нет, ну почему? Ну это было нечестно. Это уже не
О, мне геймпад сам себя ведет. Ой. Сложно. И где я, интересно? Да, у меня геймпад поехал. Крутяк. Я провалился в текстуру, насколько я понял. Что я делаю? Окей, ладно, пойду поменяю. Шэм. Так, сейчас, секунду. Надо еще подождать. Пока винда расшевелится. А она, наверное, и не расшевелится. Блин, не дай бог у меня сейчас это минус, так сказать. Все, я застрял в текстуре или около того. Это будет очень плохо. Ужаснее не придумаешь. Ну давай, устанавливай трейлер. Если ты его найдешь, глупая винда. Попробуй цифру. Да не, у меня просто геймпад. Он отмер. Скажем так. Так, ну что ты делаешь? Привет, Виндари. Как твои успехи поживают?
Стоп, ты про цифры, которые на ну, на геймпаде или что вообще? Просто на геймпаде есть цифры, да, внезапно. Только фиг знает зачем, ну да ладно. Жду перевода ранца, не знаю, чем себя занять. Мы тоже не знаем, чем себя занять, поэтому играем всякую билиберду. Так, и вот пироги. Сорвался, как только доставка приехала. А что ему доставляет? Еду, что ли? Или что-то другое? Блин, в чем твоя проблема, геймпад? Алло, камон, прекрати. А, еду достали, он внезапно стримофнул. Но это на него не похоже. Но он потом ничего не написал, мало. Извините, все дела. Походу только возможно. Так, ладно, вставим другой геймпад. Блин, у меня скоро можно будет это кладбище геймпадов устраивать. Ну а ты почему не работаешь? Поведай мне, товарищ. Типа пришел, сказал, что типа доставка такая вышла, что заканчиваем. Это очень странно. Максимально странно. Да ну прекрати пиликать. Зла на GoPedi геймпад пробовать. Блин, у него тоже звук подключения, да, идет? Че он внезапно прекратил работать? Камон. Я не хочу на клаве играть. О, не, он работает. Только пауза не ставится. Ну-ка, сейчас. Файл. Ну-ка, и резетнем. Будет она работать? Попробовал. Готовку сегодня внезапно открыл себе. Готовить я все-таки могу. Забавно, что мультиварки постоянно запаривают пельмени, но курицу выгреваем, слегка застрял. Неплохо. Причем геймпад настраивается, но нет. Я походу игру сломал, короче, тем, что я под текстуру провалился.
Я нажимаю на старт. Пощади. Блин, опять все заново и проходить. Ну, что ж ты будешь делать? Геймпад, причем он работает. Но... игра не хочет в себя играть. То есть очень странно. И с 24 уровнем тебя, Вендариан. Контролер. А никогда в этом менюшке не было, кстати. Мод. Левел. Я могу намахнить себе канты. Вот этот поворот. Надо всегда заходить в опции. Ну-ка, ладно, а теперь... я хочу продолжить оттуда, откуда я начал. Да, я, короче, за текстуру провалился. Когда у меня геймпад внезапно отказал. Как думаете, из этого есть выход? Если что, я не знаю, где я нахожусь. Но я провалился за текстуру. По-моему, весело. Нет. Может, это как в страйдере, типа, ты застрял в стене, нажимаешь паузу, и он медленно... как-нибудь пропрыгивает ее? Мразотная игра. Проверь другую игру. Да не-не-не, Doomhammer Time. Я провалился за текстуру. Сделал save state. Все нормально. Короче, ладно, я сделаю это. Я просто сделаю 5 контов. Вот и все. Ну, попробую пройти с тремя, но сомневаюсь. Хватит меня с этой игры глючной. Подожди, ты в мультиварке, получается, курицу с грибами в сливках состряпал, или что? Ну да, Битор, я в текстурке застрял. Поэтому придется заново играть. Ты не поверишь. Я дрался как лев. А, прикольно. В мультиварке можно, кстати, делать эти запеченные яблоки с сахаром и т.д. и т.п. Ну, в смысле, яблоки запекать. Вроде бы. Мультиварка — это хорошо. Оплот человечества. Не-не-не, Абитор, это SNES. Я же говорил. Это SD Grand Battle на SNES. Не переживай, мы будем еще играть в этой серии игр, и они будут платформерами. А, спросил, прослушал? Ну ладно. А, тут не конты мне дали, а имеется в виду 5 жизней. Вот оно чё, Михалыч. Хочу блины на томах и сосках, недавно делал, буду... Блин, я ненавижу блины. Не знаю почему. Они бывают типа с разной начинкой и т.д. и т.п., но... блин... как я оладьи не люблю. По сути, это сгусток теста, скажем так. И его воспринимать как полноценную еду не могу. А завтрак типа да, можно, а вот прям еда-еда, это нет. Поэтому очень не люблю, когда блины или еще что-нибудь на ужин делается.
Вот такие вот пироги. Ну блин, я еще сладкое не люблю в Яндаре. В этом как бы тоже есть некий казус. Точнее, господи, ну вы из сладкоежки. Хотя я вообще, блин, ем с медом, запивая молоком, либо с паштетом, либо вареной гущенкой. Но я сладкое ненавижу. Но это единственное, с чем я могу есть блины. У меня выхода нет. Они меня заставили. Ну блин, блины с мясом хз. Есть намного круче альтернатива. А-ля какие-нибудь секунды, пирожки с мясом. Что еще есть? Самса и т.д. и т.п. Ну такое. Хз. У них вкус не тот. Как у тех же пирожков с творогом. Лучше просто творога поесть, как по мне. Ну да, либо тех же пельменей. Блин, смотрите, я сложность не поменял, а разматываю, как я не знаю что. По-моему, я первые два уровня теперь мастеры. Маста. Пиу, пиу, пиу. Пиу, блин. Да выделывался. Дурак. Я. А по сути, до последнего уровня, ну, до предпоследнего, дошел с двумя контами. Я думаю. Норм все. Хотя количество жизни упрощает игру. Все верно, Витар. Я поражаюсь твоей дедукции. Дракон зашел. А ты все о своем. Не знаю. Она выглядит очень как-то, не знаю. Да я не задушу. Она слишком своеобразная, как, ну, для меня, по крайней мере. Я с детства в такие игры не любил играть. Где типа адвенчура, но с очень кривым дизайном, скажем так. Так, это второй уровень, да? Он сейчас лучше, чем GOG. Но это же не слэшер. Как ты можешь его сравнивать с GOG'ом? Это же совершенно разные игры. Блин, надо уничтожить пушку тут сбоку.
О, нормально. Без получения урона получил. God of War? Ну, блин, не. Блин, не, ты как-то неправильно сравниваешь. Даже новый God of War нельзя сравнивать с твоим... Как он там зовется-то? Блин, как я тут заложал-то? Дракан или... Я уж забыл. Да не, это скорее... Адвенчура или около того. Блин, пойдем, короче, по короткому пути. Эти монстры, блин. Легчайший. Интересно, его обязательно убивать или нет? Но проверять так ли они весь такая долгая платформа. Так, тут, по-моему, еще будет мина, нет? Не, не будет. Ладно. Да лезь, лезь, лезь. Блин, минус жизни. Кстати, между прочим. Блин, можно было без потери ХП уничтожить. Я нарвался. Она, знаешь, на что напоминает? Fallen Lords, или как там называлась игра? Которая типа Souls-like, но нет. Больше ориентирована на полевую систему. От шведов, что ли, она была? Ну, по крайней мере, мне так показалось. Ну, по крайней мере, сейчас начало это казаться. На нее смахивает. Я в Лорда не играл. Ну и да, его никто не хвалит. Да ну почти, да ну... Какое-то мерзотное управление, боже, я не могу. Хитбоксы просто на, я не знаю, на ноль. Ну да, кстати. Ну какой-то тягомотный, что ли. И концовка, типа, которая True Ending в God of War, она... не впечатлила меня. То есть, ну не знаю. Я вижу какой-то Darksider, Fallen Lord и прочие прочие игры, которые в коих многих. И ничего, кроме графов, не, меня там не цепляет. Да ну ты мразь, дай мне пропрыгать. Там Валькирия последняя сложность зато. Ну капец, ради одной Валькирии всю игру терпеть. Чтобы хоть что-то было интересно. Ну нафиг, ей-богу. Блин, вот как и Last of Us, кстати. У них есть что-то схожее с Новым Годом, God of War, в плане того, что это некий тревелинг. Стори, в первую очередь, а не игра, которая должна тебя захватывать геймплеем. И это очень дико раздражает. То есть вот, например, зачем Кратосу, даже хоть и объяснили, нафига они засунули сраные клинки из первой части? Ставили бы топор, придумали какую-нибудь другую механику, нафиг вот эта срань? Я что-то прям... дико это не понравилось мне. Это бесит. Ну блин, ну это полный отстой. Это просто минус балл за эти сраные клинки, ей-богу.
Ибо ну нефиг было их добавлять. Причем эти клинки старый гуф, но в плане механики прям не дотягивает. Такое чувство, как будто ты играешь какой-то первый God of War. Настолько все туго там. Ну, по крайней мере, с того, что я наблюдал. Весело тебе, Кристалл, весело, весело перманентно станет, мразь, просто, я не знаю. То. Блин, я чуть, кстати, не уехал тут. Внезапно. Блин, если бы мне вагончики, я прошел бы его. Не. И абитур с 34 уровнем. И полис. Я понял тебя, Зексус. Да ну мразотный дракон, давай умирай. Да ну я мажу, просто мажу. Да ну чертов дракон. Блин, я слил жизнь. Будем его полтора часа избивать. Хотя нет. Главное, что правила не поменяли. Да-да. Ну, из того, что я слышал в плане Вайна, не God of War, то там псевдооткрытый мир. Мол, на высоких уровнях сложностях нет смысла играть, поскольку тебе вроде открывают огромный мир. Вот, но везде все плохо. И поэтому тебе надо идти это. Скрытые дорожки. То есть открытый мир, который тебе не дает открытость, скажем так. Он псевдооткрытый. У меня есть такое подозрение, что Horizon, он чем-то схож с идейно с God of War. Потому что из того, что я видел, там вроде огромный мир, но он пустой. И он как бы по мере прохождения новые там всякие фиговины делаются. Блин, я его забуковал этого босса, кстати. Ну да, не открытый мир. Хоть и душный. Вот. Ну окей. Ну короче, блин. Тебе вроде бы игра открывает плюшки, все дела в God of War. Но это все... Пыль в глаза, скажем. Ну, по крайней мере, с того, что я видел. А вот ребенок, кстати, никого не раздражал, да. Он там не особо мешается. И к нему ничего не привязано, из разряда ХП у него нету. А то бы еще за ним следить надо было бы, это вообще было бы плохо. О, ты еще не видел в инвентаре, что они сделают с новым ДМК. Может быть, все там плохо будет. Я как вспомню четвертый ДМК, так меня сразу в дрожь берет. Настолько он плох был. Ну, освещенный фаньяк Ривитара, или как его там? Это тот, кто Нир автомату сделал? Проходи Дракенгард тогда, чертов фанатик. И первый Нир. Я плюсь о сюжету. И геймплея.
И эта игра спустя 2 часа задушит, поверь. Стрёмно выглядит. О, и ты еще себя называешь новоиспеченным фанатом? Да ты позер, а не фанат. Ой, что с ним случилось? Он умер, что ли? Super Robot Wars. Не, надо играть по хронологии из Access. Надо начинать с истоков. Пока, по-моему, перевели Super Robot Wars элемент что-то там, не помню с чего. Когда-нибудь я дойду до этой серии. А пока будем играть в SD Grand Battle. Это ты про ДМК? Третий. Третий неплох, там мы сцены, все дела очень хорошие. Ой, Абитор, да ты расист. Я еще могу тебе сказать. Может, Dragon Dogma, она рассчитана на кооп. Наверное, поэтому ты ее и не осилил. Ёкнутру, эндах надо собирать. Да. Все верно. И мне Darkfire заказал Drakengard первый. Так что подушимся немного играми от Тара. Ну, будет очень весело. Будем гринди как сумасшедшие. Из того, что я видел, она очень напоминает Shining Force Neo. Вендариум застал эту игру? Она же душная, просто капец как. Ну ты помнишь, по-моему. Блин, вот изи 16-го пошел, убил, все. У меня, по сути, 3 жизни потрачено. Короче, блин, изи прошел. Даже комп не слил. Я молодец. Можно даже было бы жизни не настраивать. Это самурайс. Один. Единственное, мне надо спешлы. Сейчас я еще босса оставить. Потому что он душный, капец как. Еще есть подозрение, что у них сильное хп. Увеличенное хп. А не усиленное. Как может быть хп быть сильнее? Первый Дракенгард даже весел в какой-то мере, пока начинает душить однообразие. Ну да. Так оно и есть. Я еще играл в первый Дракенгард на мобилках, он меня уже тогда задушил, я помню. Типа, начинался очень даже неплохо, бодренько, а потом такой... Пойду-ка я удалю. Блин, я вспомню, что я в своем бинго для Nintendo забыл отметить. Это Rhythm of Heaven новый. Ну ладно, уже лень менять. Хотя, не, навряд ли его. В этом году его навряд ли выпустят, у меня есть подозрение. Не знаю почему, но... Ходит легенда. Я умею предсказывать будущее. На самом деле нет, но... Последний давно, вроде бы давно, но мне кажется, что они прямо все козыри сразу не будут, типа, вытаскивать из рукава. А True Ending я так и не прошел, играл Гайга Сената. Любители Тара. Я прям вижу вашу любовь. Ладно. Блин, ну ты... Вот это свинотая. Поджигалка. Лорд Брейн. Блин, ну не хочу. Ну чё за босс-раш этот пошёл? Ну кому он нужен? Ну, играй. Когда будет весело? Блин, я очень не хочу... Проходить заново без конта предыдущего босса. Точнее, без спешлов. Он очень душный.
А у меня жизни-то мало. Да ну ты мерзотная. Я хочу от него финал к новой боевке, как это было бы идеально. Не, мир возможный, да, но... Проблема всего этого мира, тут как раз гринд. Так, вот он, последний босс, да? Добро пожаловать, я Темный Мозг, правитель вселенной. Тебе ничего не поможет против меня. Хочешь ли присоединиться ко мне? Будешь моими новыми генералами. Что? Ты отказываешься? Я тебя сейчас на металлолом разберу. В общем, умри. Кипецкая сила. Матерь. Блин, не, я проиграл, короче. Что это за канале? Нет, ну нет, какая инверсия? Вы шутите, что ли? Блин, короче, это говно, надо рашить, я понял. Все, я умер. Пора японский учить. Да, давно пора всем. Учите японский. Ей. Что-то какая-то... Что-то у меня плохие новости. Автомат лагает. На Пека Мастер Рейс точно. Заявляют это как... А, ну там патчи, кстати, не выпускали. Ну, Пека для мусоров. Будем это так аргументировать, пожалуй. Смотря какая пека. Не бровяновская. Блин, все, у меня, короче, начало управление лагать. Он не хочет нормально двигаться. Мразота это. Почти всех. Но они лагают, потому что в оптимизации не могут разработчики. Все порты — это полная халтура. Уже 5 классных выучил. Я пытался учить тоже, по-моему, хирогану. Я остановился на 5-м символе. И то я забыл первые 5, которые учил. Или около того. Я не хочу сливать жизнь. Ну, пощади. Надо, короче, будет сходить это направо после второго босса, если я смогу дожить. У меня есть подозрение, что там пополняют грейды. Хотя то чудо, что помогало нам, его нету. Оно пожертвовало своей жизнью. Ну, у меня получилось пройти, кстати, не потеряв хп. Это место, наконец-то. Просто нет мотивации учить, я бы так сказал. Это проблема, мне кажется, любого из нас. Блин, а я, кстати, неплохо справляюсь. По крайней мере, я попадаю. Да и уворачиваюсь, кстати. Сказал я и тут же налажал. Блин, минус жизнь. Ладно, еще 3. Да ну ты. Какой он толстый. И он еще не прыгает нормально. Просто. Ну ты. Ну пощади, пожалуйста.
Я же умственно отстал. Ну помоги. Ну хватит. Ну прекрати. Деревянное управление. Хватит. Собака. Я просто жизнь слил. Потому что эта мразь не хочет прыгать. Класс. Чё ты не попадаешь? Наконец, две жизни слил. Не, Вендерин, мне лень все равно учить. Меня это совершенно не мотивирует. Блин, наверное, надо было за него это, уничтожать босса сразу. Ладно, мне еще один конт остался. И тут... Я, кстати, вижу ничего. Здорово, я могу туда запрыгнуть? Видимо, нет. Блин, я и задел все равно. Черт. Блин, ну по-моему, я его за экраном дамажу, кстати. Да, короче, Гандам Рыцарь, он очень клёвый. Всем советую и рекомендую. Надо было его сразу брать. Он хорош. Так, давайте Лорд Мозгуса готовим. Ой. Надеюсь, у него одна форма хотя бы. Ну да, лень это то, что не может сломить мотивация, скажем так. Чё, попробовать его зарашить или нет? Или попробовать его доджить всё-таки? Как думаете? По-моему... Зарашить его не получится. Но он медленно стреляет. А как он... ...ворачиваться от этих пузырей чертовых? Я вот этого не понимаю. А нет, слушайте, я зарашу. Две жизни понадобилось. И чего? Что происходит? Корабль трясется. Наконец-то... ...это героя победили темного мозга. Однако его враги... Стоп, хизбитал. А, он был связан с механизмом самоуничтожения. О, нет. Вот это выход. Давайте поспешим. Чё, как в метро? И вот битва была окончена. СД-нация нашла мир вновь. Однако это был не конец. Однажды второй или третий мозг появился вновь, и они вновь сразились. Однако на этот раз... Однако на этот момент они обрели покой. Короче, еще он вернется. С обузами, но прошли. Ультраман Таро. Камен Райдер. Камен Райдер V3. Ух. Мобил Свит Гандам. Мобильный доспех. Ей. Потом будет мобильный доспех рыцарь, да? Да, рыцарь Гандам. Мастер-класс просто. Показал и нагнул. Просто нажимая кнопку.
Ой. Кстати, забавно, нажимаю на старт, но ничего не происходит. А я ведь... Кстати, нам не показали, кто разрабатывал эту игру. Мне кажется, это кощунство. Я бы больше бы игры не разрабатывал, раз мое имя там не указано. Ну ладно, на этом все. Им стыдно, но не такая плохая игра была на самом-то деле. Пойдем-ка мы спать, пожалуй. Этот Twitch у меня умер, по-моему. Нажимаю F5, ничего не происходит. Вот, завтра, возможно, посмотрим конференцию Майка, наверное. Точнее, не, я попробую встать пораньше. Заведу Breath of Fire 4, затем конференция Майка. А потом цикады. Или что там за конференция была? Не соль важно. Ну, короче, вы поняли распорядок дня. Ну, в общем... Всем спокойной ночи, внезапно. У нас еще впереди 4 части этой замечательной серии. Вот. Всем спокойной ночи. Всем удачи. Всем пока. Всем благ.